Всем большой привет, друзья! Вы на кухне у Ланы. Спасибо, что зашли на мой канал. Сегодня приготовим вкуснейшую закуску из грибов. У меня сегодня шампиньоны. Подписывайтесь на мой канал, чтобы узнать еще больше вкусных, простых и интересных рецептов. Первым делом беру шампиньоны и отделяю ножки от шляпок. Это удобно сделать с помощью ножа. Теперь приготовлю начинку. Мелко нарезаю ножки. Выкладываю в миску. Сладкий болгарский перец нарезаю соломкой, а затем мелкими кусочками. Мелко нарезаю помидор. А теперь репчатый лук. Сыр натираю на крупной терке и отправляю к ингредиентам. Подойдет любой сыр, у меня российский. Добавляю соль и перец по вкусу. Перемешиваю, начинка готова. Выкладываю шляпки в форму и заполняю начинкой. На дно формы наливаю стакан воды. Отправляю грибочки в духовку запекаться минут на 30 при 180 градусах. Готовые грибочки посыпаю натертым сыром и ставлю в духовку еще минут на 5, чтобы сыр расплавился и подрумянился. Готовые грибочки посыпаю зеленью и подаю к столу. Очень вкусная и аппетитная закуска получается. Рекомендую, друзья, приготовьте. Жду ваши отзывы. Понравился ли вам этот рецепт? Пишите комментарий. А я вам, как всегда, желаю приятного аппетита, хорошего настроения. Готовьте с удовольствием.